Здравствуйте, зрители канала КФХ «Стазуб». Это наше первое видео в новом году. Начинается оно с такого замечательного весеннего неба. Сегодня была отличная погода, плюс 7 градусов, солнечно. Это, конечно, придает нам радости, бодрости, хочется работать, врываться уже в эти весенние полевые работы. Но когда смотришь вот на такие кадры, то, наверное, хочется только плакать. Я вкратце расскажу, у нас есть 3 теплицы, и, к сожалению, 2 из них эту зиму пережить не смогли. Мы живем на северо-западе, для нас снег это не новинка, мы всегда к нему были готовы, но в этом году было очень много снега. И несмотря на все те усилия, которые мы прикладывали по спасению теплиц, нам, к сожалению, 2 спасти не удалось. Но, к счастью, уцелела хотя бы 3-я теплица, что нас тоже несказанно радует. Также там сыграло роль то, что у нее есть ряд конструктивных особенностей, в отличие от 2 предыдущих. Если вам интересно, вы можете снять про это видеоролик. Ну а это видео будет посвящено подготовке теплиц к посадочной. Я покажу вам, как я привозил навоз к теплицам. Выполнять эту задачу я начал с утра пораньше, пока на улице было минус 2, минус 3 градуса, это было до обеда. Дело в том, что теплицы стоят у нас на поле, и не хочется наделать каких-то больших колеей там. И пока снег держал трактор, я выполнял эту работу. У нас в хозяйстве также есть такой большой ковш. У него большая кубатура, но забегая вперед, могу сказать, что работать им не очень удобно, вот именно, по крайней мере, с навозом. Вообще он называется зерновым, и, наверное, для зерна он действительно удобный, но в навоз просто не воткнуться. И предварительно его приходится спускать вниз, и только потом заезжать под него, чтобы набрать какой-то объем. У нас Kuhn Metal Fach с джойстиком, грузоподъемностью 1 600 кг. И, конечно, работать им одно удовольствие. Можно загребать и поднимать большой вес довольно. И самое главное, это очень удобное управление прямо вот под рукой. Поэтому я вот так вот привозил навоз, высыпал его аккуратно и прижимал этим большим ковшом, чтобы побольше наложить поаккуратнее навоза, чтобы он особо далеко никуда не разъезжался. Что касается происхождения навоза, то проблем с ним, конечно, никаких у нас нету, потому что у нас есть такой двор. И в нем живет много-много вот таких вот рогатых друзей. Здесь и коровы, и телята, и даже в отдельном дворе есть быки. Что касается двора, если вы проявите какой-то интерес, то можно будет и про него дополнительный ролик записать, рассказать, как он устроен. Что касается теплицы, то она уже полностью готова к работе. Внутри земля полностью оттаяла, на пленке собирается конденсат, вот такие капли падают прямо на землю. А эта пленка немножко пострадала от лопат, когда мы убирали снег. Внутри теплицы у нас есть грядки, и еще предварительно осенью мы их раздвинули на 2 половины, чтобы посередине получился вот такой вот желоб. Его-то мы и будем закладывать навозом. Некоторые из грядок уже заложены, это было нами сделано осенью, ну а некоторые мы продолжим вот сейчас, в ближайшее время. Ну а тем временем я уже практически закончил навозить навоз. Кучка по итогу получилась чуть-чуть побольше, чем вы видите. Я еще продолжил его возить, этого недостаточно. Но работу пришлось прекратить, потому что после обеда, как я уже и говорил до этого, температура резко пошла в плюс. Начали появляться очень большие колеи, и работу продолжать уже было просто нельзя. На этом у меня все. Я благодарю вас за просмотр видео. И с наступлением весны хочу вас заверить, что теперь на канале будет больше видео.